наша стоп-корупція! Ні монополії на працевлаштування! Ні монополії на працевлаштування! Польща, українці не раби! Польща, українці не раби! Меня зовут Тамара. Сегодня мы собрались на митинг против монополизации выдачи трудовых виз иммигрантам, которые хотят уехать работать в Польшу. На данный момент ситуация сложилась такой, что выигран тендер. В тендере теперь по условиям тендера только одна организация предоставляет рабочие визы, и выбора у украинцев больше особо нет. Мы обращаемся в одну единственную организацию, которая дает эти визы, и нам предоставляют только те условия, которые они нам предоставляют. То есть, если есть только на заводах вакансии, нас отправляют только туда. У нас больше нет выбора, как раньше, между разными компаниями. Мы могли идти как на обычные рабочие специальности, так и на какие-то более высокие должности, которые нам предоставляли. Теперь выбор полностью в одном. Поэтому мы обращаемся сегодня к консулу Польши в Одессе. И хотим, чтобы нас услышало консульство Польши и изменилось. Моя ситуация, у меня ребенок планирует поступать в Польшу. Скорее всего, поскольку он у меня единственный ребенок, я вполне рассматриваю вариант ехать в Польшу за ним. И при том, что если выучить польский язык, можно получить хорошую должность, потому что я здесь на хорошей должности. Но теперь у меня большие переживания, что меня могут взять только на сбор клубники или на какой-то завод или посудомойкой. Такие условия вряд ли меня устроят, потому что не устроят, потому что хотелось бы других условий труда. Именно поэтому мы собрались, а у каждого своя история, почему пришли сюда.